Сегодня утром приехал с дачи, залезший в YouTube, я обнаружил, вот, что у меня отвалили все мои 248 подписчиков. Но, видимо, это связано вот с этим вот фильмом, да, «Приказом отстроить», который я выложил буквально вчера. И вот вместо мне выкидывают вот такую вот мартышечку. Ну, что я хочу сказать, не удивляйтесь, господа, если мой канал сейчас исчезнет, пропадет. Потому что ну и так он долго висел, и так долго нес разного рода информацию, то есть по музыке, по технике, по истории, по всему, всему, всему. Ну а для тех, у кого YouTube называют такое вот это, то, конечно, возможно, это какой-то, ну такого, скажем так, за все время, за все 9 лет существования канала, такого типа сбоев не было вообще. Вот к чему я веду. Ну, плюс я получил, я регулярно получал кучу предупреждений, но за последние месяцы их количество пока уже путешествовал. Именно по аудиоматериалам, по музыке, их просто перевалило все разумные пределы. Докопались там, ну, до всего. Высоцкий, и Рушники, то есть все, 11 июля, то есть пачками шлют мне, что это самое, права и секрет, и т.д. т.т. и Алиса в стране чудес, и с новолетним, то есть прессинг идет дичайший на канал, плюс, ну, просто отматывают счетчик, потому что это вот тоже опять, какое захотели, кинули, на самом деле у меня под 100 тысяч просмотров, то что лепят, они усиленно сидят, отматывают, вот. Ребят, за прошедший месяц, кстати. Ну все, до свидания. В общем, что я хотел сказать, если канал не обнаружите, ну вот я как бы показывал там Вячеслав Деревенский, у него каналы исчезали, еще там у людей, они просто придумать не могут, за что его сейчас закрыть, потому что я подсказывать не буду. Как бы канал мой вполне себе. Про музыке о жизни на Дальнем Востоке. Ну, придумает, парень. Это все. Пока примут.